Наглости одного из преступников удивились чебаркульские полицейские. 23-летний парень пытался угнать автомобиль прямо на глазах сотрудников правоохранительных органов. Сыщики увидели, как прохожий вдруг разбил стекла легковушки и стал толкать машину. А когда заметил, что к нему направляются служители закона, бросился на утек. Вот во что превратился ВАЗ 9-й модели после посягательства угонщика. Не исключено, что парень просто не смог завести машину, поэтому решил откатить. При виде нас данный гражданин попытался убежать, после чего он был задержан. Полицейские подозревают, парень хотел угнать автомобиль, а потом разобрать и продать по запчастям. Позже выяснилось, задержанный находился в розыске по подозрению в серии угонов. В настоящий момент гражданин задержан, находится в изоляторе временного содержания отдела полиции. Ему предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал полностью. На мужчину завели уголовное дело. За угоны машин ему грозит до 2 лет тюрьмы.